том, что все отлично и никаких проблем. Не зря мы сегодня вышли. Да, спасибо вам. Да, большое спасибо. Лететь на Марс или нет, просто не существует. Да, да, да. На Марс, на Луну, на Венеру, на все отдаленные планеты Солнечной системы, на Альфа Центавра и вообще к квазарам на край Вселенной. Потому что, я не знаю, пока что мы не нашли инопланетян вообще. Пока что для нас мы единственные в этой Вселенной. И что, глаза человека никогда Вселенную не увидят, да? Нет, конечно же, лететь надо, это просто замечательно. И вообще, я очень рада, что, например, сейчас вот записывают космонавты на Марс, да? Есть такой проект сейчас, в будущую миссию на Марс, можно записаться или каждому человеку, ну, потом будет отбор и так далее, и то вообще невероятно. Когда еще собирали людей, так кто на Марс? Мы на Марс. Я уже не говорю о том, что, ну, как известно, любой крупный космический проект приносит огромное количество пользы. Ну, Буран, да, 5000, вообще говоря, патентов было защищено, пока делали этот самый Буран и так далее. Но самое главное, мне кажется, мы люди, мы бесконечны. Мы хотим все узнать, мы хотим все попробовать. Марса, конечно, просто надо терраформировать и заселять, так же, как и Луну. Пока что мы цари Вселенной, и нам хочется это видеть, знать. Уже сейчас, да, в каком-то там 2013 году, когда еще космическая отрасль очень мало развита, наш вообще спутник уже залетел за пределы Солнечной системы. Вот. Я считаю, это невероятно. Это как апофеоз вообще вот наших устремлений. Мы не знаем еще более великой цели, чем узнать и покорить Вселенную. Может быть, она еще и будет. Но человечество без устремления к звездам, это даже не человечество, это просто вот, ну, там, плесень, да. Она же привязана к Земле, она не прилетит в космос, только мы можем. Поэтому это вообще невероятно, это прекрасно, это здорово. Помню, когда спутник, это Curiosity, высадился на Марс, я включила случайно интернет, раньше мне включили телевизор, включила интернет. И там как раз идут новости, когда вот этот спутник начинает двигаться, и фактически НАСА, центр управления НАСА встает, они плачут. Огромный проект же закончен, плачут, обнимают друг друга. Такое огромное волнение, сама прослезилась, собственно говоря. Это так волнительно, это невероятно. Вот. И поэтому давайте поедем в космос как можно быстрее. Я уже не говорю про то, что мы снижаем таким образом угрозы глобальные. Мало что на Земле случится атомная война, но у нее не будет выжить. Но и просто для того, чтобы реализовать свою человечность. То, что нас отличает от зверей. Мы можем лететь в космос. Надо лететь. Земля обречена, ну, в масштабе историческом. Дай бог, там, 1000 лет она просуществует раньше, миллион, неважно, под воздействием чего-то, что может прилететь, ее разрушить. Астероид или либо вспышка там сверхновая, что-то еще. Или геологические процессы, которые в итоге ее разберут. И вот в этом смысле, если мы хотим выживать и развиваться, мы должны осуществить акт космической экспансии. Как идея, которая входит в поле обсуждения, хороша. Марс — это тоже такая субстанция, в которой очень много риска. Поэтому если лететь, надо же развертывать сначала инфраструктуру до прибытия, скажем, должно быть отработано, построено, запущено, там все уже. Летайте, жители, живите там. Но это первая серия. А дальше проблема репродукции не решена. Тот человек, которого будет выращивать, условно говоря, в Солнечной или Клинской репродукции, он уже будет отличаться. То есть в борьбе за жизнь, как подарок, да, эволюционизма, то есть морфология организмов, вообще эволюция видов и живых существ, начинает отображать и изменяться под воздействием внешней среды. Вот эта внешняя среда будет модулятором, который будет выстраивать тело и все остальное. Вот такая штука происходит. Если мы, люди, хотим идти сознательно, и детям, что выращивать себя себе подобных, значит, мы должны полностью воспроизвести какие-то условия. Права человека надо адаптировать, в том числе право на возвращение. Одна из главных причин, почему нам нужно лететь на Марс, куда-то еще, то, что нам нужно защититься на случай социальных катастроф. Если что-то погубит жизнь на этой планете,
то, по крайней мере, кто-то из нас, самый осторожный и предусмотрительный, может быть, выживет на соседней. Это уже является достаточной причиной для того, чтобы осваивать соседние планеты и спутник нашей планеты Луну. Как минимум, мы должны отправить туда записи, роботов, образцы ДНК. А как максимум, мы должны построить там самостоятельные станции, где люди смогут жить независимо от Земли. И, в принципе, технологии, они делают возможную автономию как на Земле, так и на других планетах. Солнечные батареи, 3D-принтеры дают возможность хоть на астероиде, хоть на Марсе построить небольшую базу, которая будет производить все, что необходимо для жизни человека. Тем более, если мы сможем этого человека немножко адаптировать к жизни на Марсе и сделать его чуть-чуть более приспособленным к тяжелым условиям. Поэтому человечество от самостоятельных экспедиций на Марс только выиграет. Кто-нибудь найдет способ путешествовать на Марс и жить там эффективно, с комфортом, весело, приятно. И, конечно, целая планета, которая не занята, которую можно исследовать, на которой можно что-то новое создавать, это очень интересно. Возможно, что технологические лаборатории начнут появляться не только на Земле, но и на других планетах. Достаточно быстро там могут начать расти базы, пригодные для человеческого обитания. Потому что технологии для строительства, технологии для производства развиваются очень быстро. Если это произойдет, то уже через 20 лет возможно развитие науки и техники именно на Марсе. И не исключено, что там без ограничений, которые навязывают нам правительство национальных государств на планете Земля, без этих ограничений прогресс, может быть, будет идти гораздо быстрее. Не исключено, что именно на Марсе могут вестись разработки по продлению жизни более эффективно, чем на Земле. Поэтому возможно, что Марс нам все-таки понадобится. Поэтому ради этого, как минимум, его стоит освоить. Я для себя принял решение участвовать в программе Mars One, программе, направленной на колонизацию Марса. Почему Марс? Почему нам необходимо колонизировать Марс? Потому что Земля является для нас единственным местом обитания. Потому что мы люди, мы всегда стремимся к открытиям, мы всегда стремимся к расширению своей цивилизации. Для нас, конечно, нахождение только на планете Земля – это небезопасно, потому что существуют разные катаклизмы, существуют войны, поэтому может все что угодно случиться. Да, мы все знаем, может и метеорит упасть, может какой-то там космическая катастрофа более крупная произойти. Поэтому, конечно, нам необходимо иметь альтернативные безопасные места проживания. И в этом случае более или менее самой приближенной планетой и самой подходящей планетой является Марс. Я прекрасно понимаю, что существуют определенные технические риски при путешествии на Марс, при освоении его, колонизации, при, обустройстве места жительства. Я это все прекрасно понимаю, но несмотря на все эти сложности, несмотря на все эти риски, я готов полететь на Марс, я готов участвовать в программе Mars One, я готов колонизировать Марс вместе со своими коллегами. И существуют технические возможности. Дело в том, что еще в 1974 году Сергей Королев планировал высадку пилотируемого корабля на Марс. Если мы в 1974 году готовы были освоить Марс, то уж в 2023 году и сам Бог велел. Поэтому с технической точки зрения мы готовы высадить на Марс. Нам единственное, что необходимо сейчас, энтузиазм. То есть вот тот энтузиазм, которого не хватало нам все последние годы, да, которого не хватало ни российской космонавтики, ни советской космонавтики после смерти Сергея Королева. Конечно, мы считаем, что участие России должно быть достойным. Вот, я считаю, что мой личный вклад, та юридическая база, которой я обладаю, и знаниями в области прав и свобод человека, является тем необходимым элементом для налаживания жизни на Марсе. Я буду помогать выстраивать отношения, в том числе и правовые отношения, которые складываться будут уже у жителей Марса. И, конечно, я буду вкладывать свой ресурс, свои знания в области прав и свобод человека. Я считаю, что вот те люди, которые будут жить на Марсе, они должны жить уже с учетом соблюдения прав и свобод человека. И, конечно, я не собираюсь отказываться от своих общественных, скажем так, и профессиональных проектов, которые реализуются здесь. Это один из, скажем так, из моих новых проектов.
проекта, в которую я приложу все усилия для его реализации. Как только появится техническая возможность, я надеюсь, что к 2023 году она появится, и на это, скажем так, все предпосылки есть, я приму участие в космической программе по освоению Марса и вылечу на Марс вместе с другими космонавтами, расселенцами. Что касается финансового участия России в этом проекте, чтобы действительно Россия заняла достойную ведущую роль в освоении Марса, чтобы русские действительно участвовали в этой программе, были первыми на Марсе, конечно, необходимо политическое решение руководства нашей страны в лице президента Владимира Путина. И все мы прекрасно понимаем, что от этого решения, от политического решения, многое и зависит. То есть это гораздо бы упростило бы нам участие в этой программе. Я бы хотел отметить, что все-таки политическое решение, оно является ключевым. Почему? Потому что, ну, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу. Конечно, это политические решения. Благодаря политическим решениям Россия сейчас является организатором этих игр. Если даже ставить на чашу весов игры Олимпийские и чемпионат мира по футболу и колонизация Марса, конечно, здесь разница очевидна. И очевидно, что здесь несопоставимые величины. Безусловно, Олимпиады и футбол, они забудутся через там, 50, там, 30, 40 лет. Но колонизация русскими Марса, это останется на века. Это действительно история. История нашего народа, история нашей страны. История борцами, которые мы можем быть все вместе с вами. Земля Марс. Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем. Принимаем нормально. 10 секунд, налет нормальный. Принимаем вас. АСФ-1. Есть ГСО обобщен. ГСО 1, 2, 3, 4. Захват. Нормально, говорит. Мы здесь